Приветствую вас, дамы и господа, и все те, кто меня смотрит. Продолжаю делать некие видеоролики по этой замечательной игре. По просьбе неких подписчиков моего канала была подана заявка. Просьба о том показать, как быстро прокачаться и эффективно на арчинге. То есть прокачать, возможно, вашу так называемую экипировку, вооружение и какой-нибудь там эльдзал, либо другое оснащение. Возьмем, предположим, Адану. То есть, что вы должны в первую очередь для себя понять? Что эта игра в кооперативном режиме. И тут все сложено и приведено к тому, что вы должны играть с другими игроками. Как говорит одна моя любимая поговорка, один в поле не воин. Тут все рассчитано на помощь союзникам. Также, да, прошу вас заметить, что в этой игре не все стабильно. Игра в любой момент может измениться, улучшиться, внести какие-то изменения, и обновлениями или в новых патчах все изменится. Возможно, да, такого буста и прокачки не будет. Расскажу вам о самом эффективном и качественном прокачке арчинга и, естественно, его вооружения. Значит, заходим здесь в наш арсенал и выбираем режим арчинг. В основном, что качают, это сам снаряжение. В моем случае это будет Эдзал. И Гротеллер. Он без ранга. Из оружия у меня другого пока не имеется. Она. И устанавливаем, как видите, нулевой ранг. Ничего, никаких модов вообще нету. Все отсутствует. По ходу прокачки вы просто ставите более улучшенные для вас моды и их используете. Выбираем одну из планет. Звездная карта. Уран. И выбираем миссию Темный сектор, выживание, подводный мир. Конкретно нужна именно эта миссия. Другие миссии, да, так скажем, малоэффективны и особо не приносят какого-то увеличенного прокачки и прибавку к опыту. Значит, здесь мы замечаем, что мы получаем дополнительные кредиты, плюс опыт за убийство. И опыт в ближнем бою. Так, ну что, ребята просили показать, как фармить на арчинге. Вот смотрите, берете пачку мобов, на любой арчинг заходите, где вода. Вытаскиваете пачку мобов, да, там. Используйте, ну, способности какие-нибудь. Например, видите, вот я завязал эти способности. Да, и он фигачит. С пулемета тоже так же валится. Все. Вот, вы стреляете там. Вон они стоят, видите, спокойно убиваются. Вон. И тем самым вы фармите. То есть смотрите, да. Вот Эдза у меня сколько сейчас очков. Вот. 323. На, вот. Что мы делаем? Лучший вариант, да, здесь это охи тут и такие вот товарищи, короче. И на краешек раз так. Оп, завязали. Пушки качаться не будут, но... Видите, по ним как бы дэмэдж проходит, видите, они умирают. Вот, таким образом вы фармите, при том, что вы вообще можете спокойно зайти, там, какое-то время подождать, если у вас нормальный реген. И
и завалить как бы этих мобов. То есть пачками просто агрить их. И все. Мобы практически вам, ну, мало что смогут сделать. Вот. На этом, в принципе, все. Я завершу видео. Кому понравилось, пальцы вверх. До новых встреч и всем удачи.